Доброе утро, дорогие друзья! Брусья переносного храма, которые держали его стены, были сделаны из дерева шитим, акации. Дерево, которое обладает гибкостью. Слово шитим также созвучно со словом штут, глупость. Глупость бывает двух видов. Глупость святая и глупость не святая. Несвятая глупость уводит нас с правильного пути. А святая глупость может быть выражением того, что мы с глупостью делаем все, что даже не в наших силах, ради того, чтобы служить Всевышнему в полной мере. И такая святая глупость, конечно же, поможет нам лучше связаться со Всевышним и достичь даже самых немыслимых целей. Замечательного дня и прекрасного настроения! А также прекрасного, веселого нового месяца Адар.